Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Free Davis Play, мы продолжаем играть игру под названием Петля Времени. В прошлой серии мы узнали, просто чудом узнали в одном из бункеров, это что у нас, это питание, в одном из бункеров, что Джулиана, оказывается, наша дочка. И Кольту, между прочим, это довольно-таки не понравилось. Так. А на сутра? Ладно, сейчас все откроем потом. Что еще? Тут я не был. Тут я реально не был. Хера себе. Понятно, обычный вход. Короче, это самое. Джулиана наша дочка, ему это не понравилось. Мы на данный момент побывали в двух. Опа-на, не понял. А, это было. Что он тикает? Что это уже было, это понятно. А что оно тикает? Рыганул, блин. Не понял. Где она, блин, тикает, а? Где-то рядом. Не знаю. Харриет вроде с ней в контрах. Хотя, мне ли судить? Ебать, врача на. Еле попал. Врача! Начальника! Врача! Ух, ебать, он там влетает. Начальник, блядь, дело тикает. Кто здесь? Ух ты! Сука, тикает. Вон оно. Падла, там время сейчас закончится. А как открыть? Баб, ебать, уебало. Все, уже никак. Так, ладно, нам надо в электро, в электро. Сразу было все понятно. Даром, что ветеран. Мою. Так, короче, нам надо открыть сейчас еще последнюю дверь, последний бункер остался. И получить там. И получить, получается, там. Получить, получается, ты сказал. Еще один пароль. И мы. Ой-ой-ой. Визуальный контакт, сука. Ебай, это как можно было промахнуться? Да пошел ты, пизду. Тихонько. Не нервничай. Где еще? Да. Че там? Про че я вообще? Открываем этот самый сейчас. Давай. Последний бункер. Потом питание открываем последний бункер. И мы... Ни к чему. Я так понимаю, мы можем попасть туда. Там где этот... Летчик. Откуда их столько тут? Это все то же самое. Они тут и были. Дайте мне. Получаем, пацаны, пойдем к Джулиане по этому самому. Блин, а что все? Описано. Попадем к Джулиане, как крылата, это как она там называется? Какая-то крыло-ракета, блин, непонятно, короче. 961, кажется, пароль. Что, Брэд, платит
Нет, ни копейки не дает. Никаких брайдов не знаю. Оба! Хуяк! А, бля! Не работает. Да ладно. Слава, я огорчен. Так, это берем. А пробовал выключить и снова включить. Сразу. Да, я вообще читаю инструкцию. Просели. Батарею забыл. А ты вот думал. Ты ну так вот, блядь, ты читаешь, сука. Если ему самому батарея нужна, что за бред? Да. Батарея, генератор. Вот это я понимаю профессионально. Батарея, генератор. Бля. Ужасно. Просто, блядь. Такого дела никто никогда не ожидал. И... Ух ты, как я... Тю! Он здесь! Опа, годится. А вы стянетесь? Или чё, я не понял. А чё она убежала? Ебать. Ты ко мне бежишь? Не, нихуя. Не угадал. Где там? Он тут! Всех сюда! Ебать, ты шо, нога. Твою мать! Мать твою! Ух ты, ебать. Это неожиданно. Подожди, тут где-то есть спрятаться, вот. Сейчас, вот так вот. Где ты нахуй? Пизда вонючая. Ты меня крепко разочаровала. Бля, понятно. У вас тогда хуя тут было. Так, мне нужно 200, да, кажется мне? Уи! Бля, да что ж такое? Надо, короче, прыгнуть потом только. Поехали. Первый есть. Хуяк, туда мне всё не надо. Да все, годится. Хватит, мне осталось там одну дверь открыть. А какую? Третью, кажется. Давай. Интересно, он долго может бежать. Так, тут мы были, здесь мы были, вот здесь мы не были. Як? Все. Не понял. Давай, заводись. Открывайся, падла. Ну. А как недостаточно? Сука. Ой-ё. Чё, он то прыгает, то не прыгает. Где оно тут? Коробка. Вот, блин. Ставься. Открывай. Батарея. Батарею, блядь. Все нормально. Ты нормальная вообще? Ну как так закрыть прям перед носом? Да тихо. Кто при чем? Откройся. Ох, ебать, вот это оно ебало, у меня пол жизни от него. Да я сам в шоке, нахуй. Где там? Уходится. Финито ля комедия. Так, где этот? Это берем. Сюда. Пиздык. Это забираемся. Мое. Где-то еще. Пил. Ебало захлопни, блядь. Хуйня.
Да, пожалуйста. Тоже мне проблема. Все? Хватило всего? Дайте мне. Ну, не всё. Жадничай. Да что не жадничай? Мне там и так прекрасно. Половины жизни нет. Фить. Опа. Какой скостыли. Все нормально? Хватает? А ну. А, не то. Вычудить не получилось. 300, а ну. Питание на даунтаун. Отключение. Оставшаяся мощность 100 единиц. Да чё, блядь, отключение? Я не понял, блядь. Показано выход. Ладно, мы с ним пошли. Посмотрим, может, всё-таки получилось. Чё за бред какой-то, честно. Ляй, тут письмено. А, все то же самое. Уважаемые пользователи, пройдите, пожалуйста, в туалет. Не стрите на улице и подтирайтесь просто лопухами. Берите бумагу. Бумага — это дерево. А деревья надо беречь. Все, поехали. Да. Ну, че ты ждешь? Так, даунтаун, да? Даунтаун. Обыскать ясень. Ясень топает, блядь, в кальве, да, береза, нахуй. Что-то еще. Даунтаун. Чарли, блядь, сейчас заглючит, сука, опять там. Я его, блядь, пристрелю. Подожди, назад. Умение. Сюда. Чё нахуй? Вот сюда. Это шо? Хуета. Скажи да. Ага. Полет. Там просто в окно можно чмых и все. Я уже там. А еще там этот самый робот. Интересно, как этот робот поломать так, чтобы он то ли не забыл меня, то ли хрен его знает. Интервент. Так, ладно. Да. Все, поехали. В ясень поехали. Раб защищен аудиозвонком, для открытия которого нужно 3 пароля. Это понятно. Пароль от рапа найден на станции САУ. Ага, это понятно. Хорошо. К получению полудню Джулиана доставит в библиотеку сейф для Алексии. К полудню Джулиана. К полудню. А сейчас полудень? 3055. А что это еще? А, вот. Тубит. Впечатляющее устройство с огромной властью над скромными владениями. Чарли Даунтаун. Мне же повезло, что этот робот любит поговорить. Что-то я каждый раз, блядь, захожу, он вообще не любит разговаривать. Система памяти тубит. Будет помнить меня следующий цикл. Ну, это понятно, в следующем цикле. Код отключения защиты системы Фрэнка. Класс пас. Чарли хранит в своем особняке. Нихуя себе, слышь, сколько много всего я не нашел. Угу. Так, это в библиотеку будет доставлен ящик. Сейф. Надо посмотреть, что там в сейфе. И зайти в ясень. Ох, если не заглючит, конечно, блядь, вольну Чарли свалить. Бля, будет тяжко. Потому что обычно Чарли глючит.
Что это за задание? Ты говорила, что в первой петле я был целых... 17 лет. Может, полежать в психушке было приятнее. Окей, но сколько длится эта петля? Да ладно, скажи честно, есть разница 10 лет или 1000? Есть. Дни проходят одинаково. Честно говоря, перестаешь считать. Я перестала. Ебать. Дни, говорит, проходят одинаково. А? Я перестала их считать. Ебанутая. Кружи можно поставить низкий уровень сложности. Такая... Ну это понятно. Это хорошо. Кто спрятал сейф? Это сейф, понятно. Это не тот сейф. Киоск, вообще я не помню, как открывать эти киоски. В одном из боковых компонентов дома Чарли эксперимента на дверь, которую можно открыть только класс-пас. Высочайший уровень защиты. А, ну да, это ж внизу. Это дверь, которая открывается класс-пас. А она в даунтауне? Не в даунтауне. А отключение класс-пас, наверное, походу под той дверью защита. Ой, если есть. Так, вот это мне надо. Туби мне нахер не нужен. Что это запись? Со своими... Как что? Ну, это понятно. Это понятно. Разрешен для открытия, когда... Это понятно. Сейчас кураж побежим. С кураж побежим, откроем. Бать, тихо. Мастерская горит. Да, блин, убежала. А? Что? Кто здесь? Никого нет дома. На всякий случай закрыть. Так, опа. Я просто не знаю, нахера я это делаю и что это вообще такое. Не открывается, ну и хер с ним. Так, побежали. Сейчас полетаем. Полетаем. Вообще вот сюда можно просто зайти и все. Правильно, он же открывается. Ха-ха. Понятно. Не трать время на болтовню. Давай ищи его, я вот ищу. Кого? Кого искать? Это у тебя мандраж. Грустно, дальше некуда. Я что-то заметил. Думал, сверчок. Чей-то как. Ага, вот библиотека, а там у нас мастерская Чарли. Мастерская Чарли. Мастерская Чарли. Мастерская Чарли. Мастерская Чарли. А что мне там мастерская Чарли? Мастерская Чарли горит. Тихо. Не подходите ко мне. Это код. Код включения защиты системы Чарли хранит в своем мастерской Чарли. Так подожди, она же горит. Или это не то? Не, это не то. Там он горит. Библиотека. Этот. Мастерская Чарли. Чё-то я немножко запутался. Куда? Что там у нас? Есть то? Я лажу по тоннелям? Да вы, блять, охуели. Тихонько. Молчи. Ничего не... Автомат? Мне показалось, думал автомат. Не понял, тут где-то дверь была. А вот она. Ебать, думал, мины нахрен. Она круглая такая. Закройся. Так, библиотека. Библиотека — это хорошо. Я тут как-то раз нашел столько оружия нового. Новое. Нульция, муха не еблась. Да-да.
Че, никого нету? Не понял. Бля, никого нема. Опа, пароль. А, это будет неприятно. Джулиан, тихо, падла. Когда ты позвала меня на интервью, я такой... О, это же моя любимая тема. Твою мать, как эту херню выключить? Твои вопросы. Ты серьезно? Как я организую свое время? Хватит. Заткнись. О чем сожалеешь? Прекрати. Что за долбанина? Хочешь... Чтобы я все выложил, да? Раскрыл тайны. А знаешь, давай по полной. Ты в курсе, я унаследовал компанию и стал миллиардером в 21 год. Хочешь знать как? А я расскажу. Тут все решает подход. Подача. Стоит мне войти в комнату и подмигнуть, и все понимают, я хозяин. Над всеми главный я. И только с программой ЭОН было чуть иначе. Я знал с самой первой встречи, я нашел своих. Почти равных. Бензе, Фрэнк и остальные. Мы родственные души. Топ-менеджеров не принято считать креативным классом. А ведь это большая ошибка. У нас у всех особенный взгляд на вещи. Это реально даже культ. Духа, бля. И военные, и дельцы стремятся к одному. Бля. Кнопка есть? Конечно, нет. И доминировать. Это моя непреодолимая страсть. Нахуй. Люблю ломать сопротивление. Глупо отрицать. Это как бы запертая дверь. Обычный человек хочет ее открыть, да? А мне на это насрать. Чуть-чуть не то, блядь. По идее, она меня сразу находила раньше. Когда мне пообещали отрыв, будто завтра никогда не наступит. Ебать, ты заебал, пиздец. Да я по адресу. Ведь кто не бывал на моих вечеринках... Да иди ты нахуй, блядь. Тот считай, что не жил. Это просто улет. Под запретом только чувство веры. Ебать, он непробиваемый. Пусть там пиздит. Так, эту хуя уберем. Сейф, блин, я-то думал там сейф. Так, станция там чё? Как ты заебал, блин. Ну что, будешь спрашивать меня про тайм-менеджмент? Иди нахуй. Вот, четко попал. Было бы так легко и настоящего не затыкается. Прям как настоящий. Хе-хей. Закройся пока. Чтоб Джулиана не нашла его. Эра, станция Эра. Привет, Кэп. Привет, хеллоу, Кэп. Где? Бля, что такое старое? А это шо? А, это вы... Хуяк так. Хопа. Хуяк. Так, подожди. Станция... О, там еще высоко. Ой, тут-то. Сколько тут всего. Бумажки. Бумажки, бумажки по имени Наташки. Нет, это не то. Это не то. Воу, закройся. Пошли дальше. Что я ни оружия не вижу. Обычно в каждом оружие было. Еще выше. Ля, сколько датчиков. Заживало. У вас пленку заживало. И там тоже. Еще не пленку, бумагу. Чем бумагу жует? Шо? Не понял. Нажать надо лучше. Шо такое? Пострелять? Нет. Ничего нет. Ладно, дальше пошли.
Да ладно, кот там. Все три пароля у меня. Там. Только б он еще не проржавел насквозь. Ебать, там. Там. Где пистолетик какой-нибудь? Алло, блин. Я не понял. Слышишь ты? Мастерская Чарли. Там должен быть пароль для отключения... Раптур? Точно, Раптур же. Подожди, а такая... Джулиана должна была быть, соответственно, в этом. Ну там. Ляп. У себя в той херне. А чё она здесь? А? Какого хрена она здесь? Нахуй. А, там же хуйня это отключение. Так, отожди, библиотека, отсюда сюда, я наверх попаду. Так. Берем вот это. И идем, давайте пиздюлину. Тихо. Он что, едет до сих пор? Так, хоп. Аккуратно. Никто не увидел. Я должен быть тихий. Хоп. Вон, сука. А нож? Не, какая-то хуета. Это труба. Че за хэч? Никого нема. Хоп. Потихоньку, помаленьку. Чтоб никто меня не заметил. Ляп. Хи-хи-хи. Ха-ха. Лузер. Где-то вне зона. Хоп. Оу, привет. Шо? Ты где, блядь? Че я не вижу ее? Да. Блять, там темно. Только дай. Чего? Ниже. Потихоньку. Блин, темно так. Что-то темно. Где ты, сука, есть? Где ты же говорила только что? Не понял. Там нету. Обычно там наверху она сидит. О, чувиха. Ой. С дробовика так точно. Все. 3 из 3, ёпта. Где, сука, Джулиана? Блин, мне надо ее найти. Просто это самая охуенная точка. Где я реально могу постреляться с ним. Где она, сука, лазит? Короче, ладно, пойду к рабу. Тут есть, я знаю, тут есть. Тихо. Показалось. Фу. Вот это я понимаю. Блин, как я обожаю эту штуку. Вроде нигде нету. Что такое? Что лазит? Хоп. Блин, значит, сверху вниз достает нормально. Ну, блин, расстояние охренеть. А там я буду стоять в уголку, блин, хрен достанет.
Пил. Ебать, не долетел. Так, туда мне не надо. У, какой городишко еще. Кто? Ого. Ложись. Нашла меня? Или нет? Или что за хуйня? Где ты? Покажись. Все? Ничего не понял. Ладно, похуй, короче. Нет, так нет, мать, вот так. Да не ж улучшение есть. Кнут. Кнут. Сейчас хуя захожу на там. Как уебало, блин. Под затыльник. Там-там, камертон, контрштаг. Там-там. Там-там. Стопудово тут. Жестянка! О, начинает. Эй, ты охренел? Не заводится, падла! Да, а сейчас? Иди ты нахер! Ты Лям здесь за тем же, зачем и я. Зачем же? Чтобы перебить всех ублюдков на этом сраном острове! Да разорвать петлю. Да ладно! Каждая сволочь на Черном рифе заслужила порцию дроби в живот! Этот гребаный ракетоплан вообще не заводится! Все просто. Он и не заведется, пока не убиты семеро идеологов. Что? А ты откуда знаешь? Ну, прочел кое-где. Тю, ёпта. Ну, короче, мне умные люди подсказали, что я уже знаю, кот. Это вообще как понимать? Все просто. Надо быть умнее и запасаться оружием. Так? Херь ты какой-то несешь, мужик. Может. Но на этом я полечу. Надеюсь. О, исчез. А чё, он обычно должен застрелить. Короче, понятно. Это я должен успеть где-то... У меня сейчас, блядь, будет срыв нервный нахрен. Охренеть. Это получается. Ясно, защитные меры. Сперва надо раскачать петлю. Раскончать петлю. Накончать в петлю надо. Короче, я понял, что надо убить идеологов. Это хрен. Блять, надо именно на кнопку нажать. Боже мой, какой трагичный. Фишка в другом. А фишка в том, что... Блин. О! Джули! Да подожди. Да подожди. А, блядь. Сдохни, нахуй. Надеюсь. Годится. Что это у нас? Зефир. Ладно, все равно мы сейчас выходить. Возьму зефир. И тебя заберу тоже. О, кстати, как раз с зефиром попробуем. Это что, пуля взрывается, блин? А, то же самое. Попробуем... Где он так уйти-то, вот. Попробуем, кстати, с зефиром... невидимка бомбы. Мне интересно просто, сможем им пройти или нет. Да, выходим. Идеологи — это хорошо. Но как... Как? Ебать, хорошо открыли. Смысл мне это вообще был. Открыто. Ой, там, блядь. А дальше нахер. Я добыл себе ракетоплан. 7 трупов идеологов под капотом. Короткий полет, и вот ядро стабилизатора.
Ну что, принимай гостей, Джулиана. Вот, а как, смотри. Получается, в один момент в комплексе, да? И здесь есть два идеолога, три идеолога. Вот, вот, вот сейчас вот прям в один момент. Как? Этих понятно, я затоплю и все, и хер с ними нахрен. А это? Соответственно, вот это должна пойти туда. К этому самому, на фейерверке. Я его подорву. Правильно? Ну да. Получается, в любом случае, последний момент у меня получится в Даунтауне. Я убью взрывом вот эту чувиху. Это которая множится на 10 себя. И сразу завалю того Фрэнка, кажется, который он там называется. Который любитель вечеринок. Это два. Потом я здесь сразу завалю в Даунтауне профессора и Лиса. Это 4. Этих двух я утоплю. Это 6. А седьмой кто у нас? А, седьмой будет вот здесь в бухте. Да баба. Это я ее вольну тогда, когда сделаю пакость для... Ох, ебать. Для фейерверков. Как же все сложно, это ужас. Это просто пиздец. Так, подожди. Если я иду сюда, в Карлову бухту, в Карловой бухте у меня ничего нету. Мне нужно идти в комплекс, правильно? С самого утра мне нужно идти в комплекс, сделать так, чтобы профессор попал в Даунтаун вечером, на вечеринку, к этому самому, к Лису. Да так, короче, у меня все закончится вечером, получается. Ну, ночью. Или ночью, или вечером. Вот так вот получается. А сейчас в комплекс мы должны пойти, да? Так, назад, назад. А что такое? А что она? Что это вообще? А, это я не делал. А что я сделал тогда? А, вот это я сделал, раб. Лис. Кажется, я насыл, что вынесли. Ну это понятно, пиво там перекрываешь, и он топает туда вниз. А смысл? Ну я просто перевалю там все, да и хер с ним. Тоже не проблема, блин. Так. Вот фейерверки, да? Там было среднее, первое лицо, сравнится фейерверка. Да, вот мы фейерверки, этих топим. Вот, ну да, вот этих. Эти фейерверки, этих топим. Этих двух сразу чпок. Я в любом случае заканчиваю в Даунтауне. Эта чувиха вообще какая-то мелкая попалась. Винзе. А, вот он, вот это профессор Винзе. Публично отклонила приглашение на вечеринку. Алексиса. Алексиса. Подожди-ка. Это ж не Алексис, это ж Фрэнка. Алексис, это вот этот. И вы что хотите сказать? Что Винзе пойдет к Алексису и троих вольнуть надо будет? Ни хрена себе. Это будет реально сложно. Там реально надо не сдохнуть. Охренеть, троих, прикиньте. Не, да ну не может быть такого. Может, я все-таки поеду к фейерверку? Не пойму. А, он просто запускает вечеринки. Эти, не вечеринки, а просто запускает фейерверки. Да, он просто... А вечеринка здесь, у Алексиса. А она к Алексису отменила. А куда она пойдет?
Слышь, ладно. Ладно, ладно. Хорошо. Так, подожди, сейчас, секунду. Сначала сюда. Мне надо вот это, глаза стало улучшить. Ничего нет, да? Ну да, я не брал дважды. Так, сюда. Сюда. Где? Вот. Вот так это. 15 насадить. Да, елки-моталки. Продать, 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 продать. Пожертвовать. Пожертвовать. Ты не продаешь, ты жертвуешь. Жертвуешь своей почкой, сука. На-на-на-на-на-на. Ля, не хочет. Ничего он не хочет. Ну ладно. Все, годится. Вот это, насытить. Отлично. Отлично. Так, эфир. Карнезис. Карнезис прикольная штука. Ну вот это вообще огонь. Повышает здоровье, когда валишь. Надо еще какую-то фишку найти на него. Ладно, тоже мелочь. Так, 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 так. Атака за гроши. Бля. Да мне тут все улучшено. Куда мне еще? Есть костюм? Нет костюма. Заебали. Впадлу костюм дай. Все. Будем сюда, да? Да, будем сюда. Что у нас там по времени? А время у нас заканчивать. Вот что у нас по времени. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем спасибо, всем удачи.